Милена Загорская. «Почему не спешу на свидание?» Читает Павел Беседин. «Почему не спешу на свидание? Почему каждый раз отменяю легко? Я так долго томила себя в ожидании, ожидая тебя, нашу встречу с тобой, всей душой. Почему не спешу на свидание? Потому что там точно не ты, а другой. Я тебя буду ждать, сколько скажешь, за мое покаяние, за прощение. Что вымолить, я научусь. Только ты будь со мной. Даже если ты счастлив и где-то с другой, даже если тебя уже нет в этом мире, родной, мой, все равно отзовись, я прошу и прости всей душой. Почему не спешу на свидание? Потому что надеюсь и жду тебя.